О, привет, я Бетти. У меня обычная семья. Доброе утро. Привет, солнышко. Ну, не совсем обычная. Я бы сказала, чудная. Привет, ба. Привет, Бетти, детка. Мама волшебница и умеет творить чудеса. Ой. Папа играет на скрипке. Это он меня научил. Мой старший брат Винчфлат. В мире нет ничего такого страшного, чтобы могло меня испугать. Очень нравится девочкам в школе Винчфлат. Он постоянно проводит опыты. Часто проверяет это на сцене. Хороший малыш, да? Я ложусь, уже ложусь. Это наша собака. И да, она говорящая. Ну, как дела в школе? Нюхала новую обувь? Стэниел, люди не делают так. Ну и зря. Серьезно? Все вокруг умеют творить чудеса у нас в семье. Сколько здесь чудиков. Кроме меня. Как я не стараюсь. Но однажды я узнала о себе тайну. Ты не могла учиться магии. Но почему? Король Маркхарт найдет тебя и уничтожит. Магия не единственная сила в этом мире. А ты знал, что он может... Да я сам в шоке.